Девушка, девушка, с вами все в порядке? Стой, все хорошо? Все хорошо? Слушай, а может, не поедешь завтра никуда, а? Я не хочу еще завтра твою ночью слушать. Опять тянет на эту чертову голову. Ты хочешь шею свернуть? Да, хочу. Какой иначе вообще смысл лезть, если не рисковать? Спокойно погуляйте, по квартире можно. В 6 утра будем уезжать. Можешь остаться ночевать у меня? Спасибо. Я дома предпочитаю ночевать. Да ладно. Раньше у тебя были другие предпочтения. Отвезешь меня? Или могу такси вызвать? Да пацан хочет прыгнуть вниз. В квартиру не попадешь, двери железные. А выходы по пожарной лестнице заперты. Ждем пожарных. Ну да. Ждите, ждите. Все-таки целая шея тебе не устраивает. Помоги лучше, а? Конечно. Тебе же жить. Слушай, ему тоже жить. Вот селечка. А ты что, пацан? Нормально? Головой не ударился? В следующий раз, когда прыгать захочется, ты лучше к нам в секцию альпинизма приходи. Я серьезно. Вот на пару-тройку скал заберешься, желание вниз прыгать напрочь отобьет. Это я тебе гарантирую. Слушай, а там на дереве вон котик сидит, мяукает. Может, ты его тоже спасешь? Тарас, ну вот что ты за мудак, а? Я серьезно. Не надо. Но если прям вот очень захочется прыгать, ты все-таки не про девчонок думай, а про маму свою. Хорошо? Не веди себя как маленький мудак. Иначе вот таким большим мудаком, как он, вырастешь. Угу. Давай. Да, пап. Светка, ты? А где папа? Что? Блин, не может быть. Так. Хорошо. Зиновий Викентьевич, здравствуйте. Хотелось бы наконец-то узнать причину смерти девушки. Здравствуй, Олег. Думаю, сама выбросилась из окна. Самоубийство, Олег. Самоубийство. 2.70. Здрасте. Здрасте. А я чуть совсем не считаю, что это самоубийство. Здрасте. Вы кто такая? Судмедэксперт, в отличие от вас. Кого я вижу? Я думаю, что такое у меня с отравилкой падает? Как не отодвигал ее от края? Она все равно падает. Привет, дорогая. Привет, Степанович. Знакомьтесь, Инга Викторовна Вилкас, судмедэксперт высшей категории. Это
Олег Анатольевич Гончар, следователь. И... Очень приятно. Зиновий Викентьевич Концевич, криминалист по совместительству, судмедэксперт первой категории. Высшей, уже высшей категории. Степан Степанович, я попрошу посторонних покинуть место происшествия. Мне нужно закончить работу. Зиновий Викентьевич? Да. Позвольте добавить, работу-то вы еще не начинали даже. А вот хамить не надо. Да что вы, боже упаси, опираюсь исключительно на факт. Скажите, а почему вы решили, что девушка не покончила жизнь самоубийством? Можно блокнотик? На секунду. Смотрите, вот это вот плоскость соударения. Проще говоря, земля. Вот это точка, откуда тело начало свое движение. Самоубийцы, они что у нас обычно? Они же прыгают. Соответственно, траектория движения тела будет вот такая. Это всегда парабола. Всегда. А если тело сбрасывают сверху вниз, то траектория будет вот такая. Строго перпендикулярно земле. По-моему, все очевидно. Очевидно, что вся эта геометрия, она яйца выеденного не стоит. Вот и все. Спасибо большое. Зиновий Викентьевич. Да, я вас слушаю. А без геометрии-то все равно все то же самое получается. Да ну. Смотрите. Самоубийцы обычно приземляются или на выпрямленные ноги, или на пятую точку, или плашмя. Это азы? Да, конечно. А здесь, в нашем случае, обширные повреждения черепа. И что это означает? Что тело сбросили сверху, вниз головой. И еще маленький, но очень любопытный нюанс. Видите? Тоненькая красная полосочка. Да. След от шнурка или цепочки. Убийца сорвал какое-то нашейное украшение. А почему не случайный грабитель? Грабитель, вероятно, снял бы еще и серьги. А серьги на месте. Снять с шеи жертвы цепочку – это что-то очень-очень личное. Вероятно, убийца знал свою жертву. Да, Илка. Извини, что я тебя так называю. Не можешь ты без нашей лаборатории. Я же тебе говорил. Это не работа, а особенность характера. Не-не-не. Даже не начинай. Хорошо. Я вообще случайно мимо ехала. У меня отец в больницу попал. Тут, смотрю, вы. Думаю, надо зайти поздороваться. Как жизнь, Степаныч? А, ничего. Ёрзаем. Пенсия скоро. Такая должность роскошная освобождается. Начальник областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Вон коршуны уже кружат. Ладно, ладно. Шучу. Поеду. Дальше без меня как-то справитесь, ладно? Мне ехать надо. Да и хватит с меня на сегодня падение с высоты. Давай, Степаныч. Давай. Пока. Отцу. Отцу привет. Степаныч, это кто? Лучше тебя не знать. Думаешь? Наследила только. Гражданка, что вы здесь делаете? Да я тут слышала, у вас красивых и умных доктора набирают. Дай-ка, думаю, зайду на собеседование. Ну, девушка, ну нужно же как-то адекватно оценивать свои ресурсы. Стерва. Привет. Вилка. Привет. Классно выглядишь. А ты все не меняешься. С первого курса все такая же. А ты хорошеешь и хорошеешь. Как мой отец. Насколько все серьезно? Поступил с острым нарушением мозгового кровообращения. Но уже все стабильно. Можно мне к нему? Он только что уснул. Пускай отдыхает. Пойдем. Не волнуйся, у него самый лучший лечащий врач. Да, лучший врач, это хорошо. Спасибо, что не ты. Не я, Марченко. Зав. Отделение. Да, бывший зав. Отделение. Слушай, а ты мне вообще скажи, ты как в неврологии-то оказалась? Ты же у нас лаборантка. Потому что Вилка новый зав. Отделение. Это я. Так. Пойдемте, кабинет покажу. С этим вашим Концевичем работать просто невозможно. Он каждый протокол, как «Войну и мир», по 6 раз переписывает. И уже 2 раза за этот год неправильно установил причину смерти.
служебные характеристики на Индлу практически со всех судебно-медицинских бюро страны. Зря вы так. В нашем деле любое мнение важно. Так у нее не просто мнение. Она же одеяло на себя тянет. Она все время лезет в какую-то свою... Конфликтный характер, неспособность сохранять субординацию, превышение полномочий. Ну, Степаныч, у тебя два этажа, послушных и уживчивых, но убитым это не помогает. Я ее не выгонял. Она сама ушла, не прощаясь. Прошу. Ну вот, располагайся. Я, правда, в должности только третий день. Скоро все здесь переделаю. Хочу затеять ремонт. Ну да, правильно, конечно. Большой начальник, он же с большого ремонта начинается. Свет, ты эту должность как получила? В смысле как? Слушай, ну хватит, а? Давай ты глазки будешь строить вот этим своим инспекторам из Минздрава. Со мной, пожалуйста, без прелюдий. Кто он? Он из министерства. Да. Генерал полиции. Угу. Сказал, что за отделение это только начало. Вот ты дура, а. Ты серьезно? Ты в эти сказки веришь? Да, Вилка, я верю. Но ты же меня знаешь. Я вот в каждом новом мужчине вижу свою судьбу. Везука. А я вот как на кого из них не посмотрю, я вообще ничего не вижу. Пустота сплошная. Бедненькая. А давай я тебе нашему окулисту покажу. Вот такой специалист. Ладно, я шучу. О, а хочешь, я кофе напою? Да. У нас отличный кофе. Я первое, что здесь сделала, заказала кофемашину. А вот это правильно. Потому что режный начальник только чай с чабрецом хлебал. Такая гадость, не представляешь. Ну, пойдем. Сейчас ты взбодришься, отдохнешь, согреешься. Давай. О, боже. Это что, к тебе? Ага. Где ты находишь таких красавцев, Вилка? Свет, это вообще не то, о чем ты думаешь. Может, и всегда не то, о чем мы думаем. Приходится работать с тем, что есть. Ну, вот и работа. Здрасте. Следователь Гончар, Олег. Светлана, какая у вас сильная мужественная рука, Олег. Свет. Такая же, как ваши широкие плечи. Свет. Что? Олег, вы за нас следите? Да, подбросил в карман жучка. Элегантно. Степаныч сказал, что вы приехали проведать отца. Как он? Не ваше дело. Инга Викторовна, должен сказать, что нам нужна ваша помощь. Я наслышан про ваши таланты, и раз уж вы здесь, помогите. Да вряд ли справлюсь. Вы справитесь. Идемте. Подождите секунду. Подождите. Скажите, Олег, а я у вас тут в качестве свидетеля или подозреваемого? В качестве понятой. О, любопытно. Все когда-то бывает в первый раз. А Степан что-то знает? Нет. Что за сундучок-то? Мой походный набор судмедэксперта. Ящик Пандоры. Так. Вы кто? Ростик. Ростислав Валентинович Зайцев. Врач-лаборант. А почему не в лаборатории, если лаборант? А я еще и криминалист по совместительству. Понятно. Я смотрю, вы совсем понятия не имеете, да, как работать на месте преступления? Нет, мне никто не учил, а что? И то, что без перчаток здесь лучше вообще ничего не трогать. Инга Викторовна. Лучше просто Инга. Я знаю, что вы любите вмешиваться в оперативно-розыскные мероприятия и часто выходите за рамки своих функциональных обязанностей. Серьезно? Значит так, смотри, Ростик. Ростислав Валентинович, пожалуйста. Нет, пожалуйста, я тебя умоляю. Но я в жизни такие длинные имя отчества не выговорю. Так что предлагаю такой вариант. Или Ростик, или Зайчик. Выбирай.
мальчики. Ладно, шучу. Смотри. А вы все это с собой постоянно возите, да? Ну да, знаешь, бывает, ты так вот летишь на самолете или в поезде едешь. Бац, убьют пару-тройку человек. О, красота. И объявляют по громкой связи. Уважаемые пассажиры, если среди вас есть врач-судмедэксперт, срочно пройдите в кабину пилота. Ну, или там машинисту подойдет. Ну, и вот приходится как-то быть наготове. Это что? А это кровь. Смотри. Вот здесь вот кровь пытались смыть, но сделали это плохо. Не до конца. Жертва ударилась головой о стол, упала на пол. Какое-то время лежала на полу, но, судя по тому, что крови вытекло немного, лежала недолго. Вы классные. А вот теперь начинается самое интересное. Лупу и пробирочку. И за мной. Вы, Олег, тоже можете подойти. Иду, иду. Вообще, конечно, странно, что эти пятна не затерли. Видишь, какая форма у капель? Они не круглые, а как бы такие с зазубринками. А знаешь, что это значит? Что капли падали не с неподвижного тела, а сдвигавшегося. То есть жертва подошла к балкону сама и бросилась вниз. Но кто протирал кровь? Приобщи вот это все к уликам. Простик, хочу вот здесь посмотреть, есть ли кровь. Сейчас, секундочку. Что с замком? Его можно закрыть только изнутри или ключом. Так, ясно. Значит, открылась дверь. Жертва сама, а закрыл ее кто-то другой. Интересно, кто? Ну, видимо, тот, кто протирал пол. Здравствуйте. Здрасте. А что здесь происходит? Степан Степанович знает? Интересное кино получается. Работайте. Я пошел. Ладно, одна авантюристка, но ты-то. Ты-то куда смотрел? Инга Викторовна находилась на месте преступления в качестве понятой, не более. Понятой? С этим своим ящиком Пандоры? Концевич уже, небось, на меня на носы строчит, а тут еще это... Скоро переаттестация, черт мой. Степаныч, можно я пойду? Сидеть. Значит так, с сегодняшнего дня ты работаешь у меня в бюро. Ни за что на свете. Я свободный человек, у нас свободная страна, я под это не подписываюсь. Свободный человек. Вначале ты посмотришь вот это видео, а потом можешь уходить. Алла Малышева была найдена под окнами дома, в котором она жила. Возможно, смерть Малышевой связана с ее работой в благотворительном фонде «Аврора». Он создан известным бизнесменом, меценатом, а ныне секретарем городского совета Сергеем Шуваловым. Мы сейчас находимся возле его кабинета. Вот, собственно, и он. Здравствуйте, Сергей. Марк, разберись. Весь коллектив фонда и Сергей Шувалов лично скорбят о преждевременной смерти Аллы. Я решительно хочу отмести любые попытки бросить тень подозрения в причине этой смерти на коллектив фонда и тем более на его руководителя. Когда мы сможем поговорить с Сергеем Шуваловым? Хорошо, я поработаю в бюро. Я поработаю в бюро, но только до завершения вот этого вот расследования. Теперь могу идти? Да. Рад буду поработать с вами. Ваша радость продлится недолго. Да. Почему она передумала? Это ее бывший муж.
Очень смешно. А главное, так неожиданно. Девушка, может вас подвезти? Ни в коем случае. Предпочитаю пешком. А придется. А я знал, что ты когда-нибудь вернешься. Правда? Угу. Третий глаз открылся. Мне сказали, что ты каким-то чудом влезла в расследование этого дела. Да. Третий глаз сказал. Или кто-нибудь другой. Ну, какая разница? Да, действительно. Угу. Слушай, мне нужна информация по делу Аллы Малышевой. Угу. А мне нужно, чтобы в мире не было войн и подонков. Инга, ну я же предлагаю не бесплатное сотрудничество. Я не сомневаюсь. Заплати себе и держись от меня подальше. Окей? Ну, смотри, ты официально никто. Mm. Поэтому с юридической точки зрения все безупречно. Да. Никто я, Марк, только для тебя. А официально у нас в бюро с сегодняшнего дня я врач-судмедэксперт. Пока. Я думаю, что за 4 года ты как-то поумнела. Да ну что ты? Куда уж там? Твое место на помойке, Грановский. Как раз закончила. Смерть наступила в результате множественных разрывов и повреждений жизненно важных органов грудной и брюшной полостей. Но вот что интересно. Что? Вот эти 3 дырочки, следы от уколов, свежие. На токсикологическую экспертизу надо бы. А травмы головы? Не. Трещина кости в правой теменной области. В это же место кровоизлияние в мозг и, вероятно, в результате удара головой об стол. То есть это не могло быть причиной смерти? Нет, нет, абсолютно точно. Когда Алла падала с балкона, она была жива. В сознании или нет, неизвестно. А еще она была беременна. Найдем отца, найдем убийцу. Нам сюда. Добрый день. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? С господином Шуваловым поговорить. Извините, но помещение фонда – это частная собственность. И чтобы попасть сюда, вам нужен ордер. Ну, в таком случае я буду вызывать всех ваших сотрудников на допрос. В интересах следствия, разумеется. Допрос может продлиться, скажем, весь рабочий день. И, возможно, понадобится несколько допросов. Скажем, 10-15. Представляете, работа фонда будет парализована. Беседа с сотрудниками? Да. Только по записи.
и в моем присутствии. Годится. Алла была нашим вдохновителем. Она очень открытая была. Мы все ее любили. Все на цирлах перед ней крутились. Мы мало пересекались. Где мы, а где звезды? Аллу все любили. Я не представляю, как это могло случиться. Нам бы все-таки поговорить с господином Шуваловым. Или он, я так понимаю, отсутствует? К сожалению. Извините, но у нас совещание. Уведи его. Марк Андреевич, я бы хотел посмотреть уставные документы вашего фонда. Извольте. Это надолго. Ой, можно водички? Может, кофе? Да, давайте. Что у тебя? Минутку. Юрий, ты можешь мне объяснить, зачем ты украла чашку? Мэр уже мне два раза звонил лично. Она из кабинета Шувалова. На ней есть его ДНК. Вероятно, именно Шувалов является отцом ребенка Аллы. А если ты ошибаешься, кто за это будет отвечать? Вы? Вы меня на работу насильно затащили, вам и отвечать. Ну... В общем так, отпечатков Малышевой на поручнях балкона нет. Зато есть другие, которые, к сожалению, отсутствуют в нашей базе данных. Именно эти отпечатки мы обнаружили на упаковке моющего средства в ванной комнате, которым зачищали следы крови. Так вот, кровь принадлежит Малышевой. А что с ДНК-тестом на отцовство? Сейчас. Так. Нужно проработать еще несколько генетических локусов. Но большая вероятность, что отец Шувалов. Большая. А можно мне заключение взглянуть? Перетопчитесь. Простите. Олег, вы можете сейчас ко мне зайти, пожалуйста? Я здесь кое-какую интересную информацию нашла, хочу вам показать. Сейчас буду. Помните след на шее у Аллы? Помню. Вот на всех фотографиях в своих соцсетях у Аллы на шее вот этот кулон. Кулон очень дорогой. Я нашла магазин, где его купили, по каталогу ювелирных изделий. Такие дорогие покупки обычно оплачиваются либо без налом, либо кредитной картой. Что-то мне подсказывает, что это будет карточка или счет Шувалова. Спасибо. Возможно, Алла была беременна от меня. И что? Я мужчина, у меня есть здоровые потребности. Ваша жена о них знает? Вы собираетесь копаться в грязном белье моего клиента? Алла обещала сделать аборт. Достаточно с меня и одного наследника, тот еще. Что касается моего алиби, то в день смерти Аллы я уехал от нее примерно в 10 вечера. Она же, насколько я знаю, погибла позже. Вот. Уход моего клиента от госпожи Малышевой может подтвердить регистратор его автомобиля, ну и бортовой компьютер, на котором мы предоставляем следствию всю информацию. Также вы можете допросить водителя автомобиля. Если у вас больше ничего нет, вы бы хотели бы закончить допрос. Сынок. Мам, что ты здесь делаешь? Пойдем, нам туда. Пойдем, пойдем. Не волнуйся. Извините, извините, вам с ними нельзя. Как вы смеете? Мой сын ни в чем не... Что такое? Тихо, тихо. Вам плохо?
Может быть, скорую вызвать? Садитесь. Вот сюда. О. Все в порядке? Давайте же сразу. Катафалка. Да, я встречался с Аллой раньше. Отец знал о ваших отношениях? Мой отец знал все. Ваш подарок? Да, готовился к свадьбе, но не сошлось. Скажите, а как давно вы расстались с Аллой? Где-то полгода назад. А у вас сейчас новые отношения, да, насколько я знаю? Да. А вот эти туфли вы подарили? Да, я. Красивые. А давно? Дней 5 назад. Простите, какое отношение имеют эти туфли к допросу моего клиента? О, чисто женское. Я, вы знаете, подарки обожаю, и мне как раз сейчас должны сделать. Я выбираю. Олег. Какая-то патологическая материнская любовь. Она от рака умирает. Я смотрю, вы разбираетесь не только в мертвых, но и в живых. Да здесь и знаний особых не требуется. Все симптомы налицо. Выраженное истощение, бледность кожных покровов, желудочный склер. А самое главное, увеличен верхний надключичный лимфоузел. Знаешь, что это такое? Нет. Метастаз верхнего при раке желудка. Одного не могу понять. А почему вас заинтересовали так эти красные туфельки? Не похоже, что вы носите каблуки хоть когда-нибудь. Интересно, я начну когда-нибудь над вашими шутками смеяться? Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. А рабочий день закончен, в офисе никого нет. Не беспокойтесь, вы-то нам как раз и нужны. Присаживайтесь. Присядьте, присядьте. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Расскажите-ка мне, милочка, о вашем шефе. Опа-па. Жалко, да? Такие красивые новые туфли. Всего 5 дней назад купили, а уже с пятном. Что затирали? Кровь Аллы Малышевой? Когда Алла поняла, что через Сашу никакой карьеры не сделает, она сразу переключилась на его отца. Шувалова-старшего? Да. Саша очень переживал, а потом начал встречаться со мной. Все было хорошо, пока она не начала снова подкатывать к Саше. Все вышло случайно. 2 дня назад я сносила входящую документацию шефу. Когда положила ее на стол, увидела консультативное заключение акушера-гинеколога о беременности Аллы. Ну, тогда я все поняла. Шувалов послал Аллу с ее будущим ребенком, и она тут же переметнулась к Саше. Я знала адрес новой квартиры, которую Шувалов снял для малыша. Гулялся, папуля. Убил ее.
Вали! Если бы мы знали. Мы просто очень испугались. Ваш бойфренд кому-то звонил? Звонил, но я не знаю кому. Если бы не эти чертовы туфли, вообще бы меня никогда не нашли. А я верю красной туфельке. Не могла она тело Аллы через балкон перебросить. Да, и отпечатки на поручнях не ее. Ну а кто тогда? Шувалов-младший? Ну, он вышел из подъезда почти сразу за красной туфелькой. Вы выяснили, кому он звонил? Он скрылся, телефон отключен. Эксперты сейчас пробивают его по биллингу. Олег, вы мне совсем помочь не хотите, а? Ну, как коллега там, не знаю, как джентльмен. Как мужчина, в конце концов. Так я же этот, мент ментом, как вы утверждаете. А мы менты ментами с дамами не церемонимся. О. У нас в голове только одно. Оперативно-розыскные мероприятия, опись протокол, отпечатки пальцев. Ну да, ну да. Кстати, если красная туфелька и Шувалов-младший сбежали, то... По-моему, совершенно очевидно, что с балкона ее сбросил кто-то другой. Да, но если она была в сознании, почему не сопротивлялась? Почему позволила сбросить себя с балкона? Мне лично это ясно как день. Да. Это Трамадол? Да, Ростик, вы молодец. Я не угадала, я знала. А что по поводу теста ДНК на отцовство? Шувалов. Точно. Да, Ростик, вы вдвойне молодец. В крови у Аллы обнаружено большое количество Трамадола. Блин, как же я сразу не догадалась. Да вы ничего не хотите мне рассказать? Обязательно расскажу. Только закончу, все папки по местам раскладывать и расскажу. Приходите через час. А еще лучше. Приходите завтра. Да, кстати, ваше бюро завтра переезжает в новое здание. Рядом с нами, между прочим. Так что будем соседями. Вам что, никто не сказал? Ай-яй-яй. Если вы хотите выяснить, где прячется Саша, то знаете, я ничего не скажу. И Сашу вы никогда не найдете. Он не убивал эту стерву. Не убивал, не убивал. Это сделали вы. Ваш сын, думая, что убил Аллу, позвонил вам. Справка от оператора. В ней указано время и геолокация звонка. Сын рассказал вам все, в том числе то, что Алла беременна от вашего мужа. Вы сказали ему срочно уходить оттуда и оставить дверь открытой. Выписка и медицинская карта. Алла Владимировна, вас выдал ваш диагноз. Состоит на учете в местном онкологическом центре по месту жительства. Получает 10 ампул Трамадола в неделю для того, чтобы гасить очень сильные боли. На следующий день после убийства Алла заказывает еще 3 ампулы. Якобы из-за усилившейся боли, а на самом деле, потому что ампулы ушли на Аллу. Я права? Я ведь думала, он убил ее. Наркотики никого бы не удивили. Упала, ударилась головой. Но только почему-то вдруг очнулась? Или что произошло? Вскочила как безумная.
Зато Сашенька останется единственным наследником. Он бы ими так остался. В смысле? Тест ДНК подтверждает, что отцом ребенка Аллы был Шувалов-младший, ваш сын. Вы убили собственного внука. Я желаю вам думать об этом каждый день оставшейся вам жизни. Там еще 9 ящиков, и все. Олег Анатольевич, а что ты у тебя? Инга Викторовна попросила помочь с погрузкой оборудования. Сама где-то задерживается. Так оборудование уже вывезли часа два назад. Разве вилка? Инга Викторовна вам не сказала? Вы работаете. Но вилка. Степаныч!